Всем привет! Сегодняшнее видео попробую еще раз снять косилку КРН 2.1Б Бежецкого в поле, то есть как она косит, что попробуем заснять и посмотреть, что будет. Поле не кошено, было несколько лет, так что пробуем раскашивать. Ну, посмотрим, что получится. Ну, вот мы на поле. Вчера я косил этой косилкой, налаживал. Вон кое-где есть петухи, не очень получалось. Потом выворачивал, доворачивал. В общем, маленько, по-моему, маленько получилось. Сейчас попробую начать косить и еще продолжить косить, вернее. И показать вам этот процесс. Потому что некоторые подписчики и зрители мои спросили еще раз показать, что как. Сейчас мы пробуем. Так, вот это вот. Так вот убирается у нас. Сейчас. Минуту. Так, пятка у нас лежит, полотно готово. Я бы еще чуть приподнял бы навеску. Сейчас посмотрим. Вот так. Вот так, где-то примерно кардан чуть ниже. Ну вот, можно в принципе начинать. Сейчас попробуем с кабины снять, что у нас там получится, как это все будет выглядеть. Не знаю, ну сейчас попробуем. Значит, кашу на 6-й. Пониженные водоуменьшители.
где-то, наверное, кругов 10-12 сделали. Маленько остановился, чтоб этот посмотреть, подостыл он, все ли на месте. И заодно проверить косилку. Вот сейчас вон не выключал, вот он херачит на холостых, что у нас вышло. Вот два ремня перевернуло. Косит она более-менее, правда, я КРНовской один или два раза косил. Но пришлось маленько подымать, выравнивать ее, она была у нас занижена, чтобы пониже косила и собирала, блин, все кочки, все эти, все забивала полотно. Сейчас вот она крутит на холостых, просто посмотреть, что нормально, ненормально все. Вот все нормально, только вот я говорил, что два ремня перевернул. И, ну вот я как и говорю, вот так происходит это. Вот он собрал кочку и под себя ее и не дает вот здесь вот в этом месте прокашивать. Остается петух. Сейчас я выключу. Ну вот, он собирает кочки вот так вот на. И вот этот нож не кочка ложит траву, а этот нож не прокашивает. Вот какие бывают проблемы с этой косилкой. Дальше. Меняли мы, я уже видео показывал, что меняли все подшипники на тарелках, на ступицах тарелок. Сейчас посмотрим, что там у нас. Люфт практически нету. Люфт есть ощутимый, но незначительный. На этой. Есть, но незначительный. Почти практически нет. То есть две средних тарелки. Я так понимаю, что на них самая большая нагрузка. Из-за этого на них чуть-чуть появился люфт. Прокосили мы гектар. Сейчас скажу, гектар 15-20 этой косилки сейчас. И вот так получилось. Ну ладно, пока все. Итак, ну вот чем наш этот сегодняшний день косьбы закончился. Стал скрипеть и ерзать по нервам подшипник. Я вернулся. И еще поменяли на первой тарелке сальник сегодня. Потек новый. Не знаю, скорее всего, что там выработка на валу. А этих два наружный развалился. Может, ремни подтянули, может это, но не столь важно. Ладно, сейчас завтра поеду куплю, поменяю и попробую продолжить это видео. Что получится, тогда увидите. Смотрите дальше. Ну вот. В общем, не успел я снять весь процесс сборки. Ездили мы, купили вон на тот трактор вот такие вот вещи и сюда. Заодно купил вот этот вал. По отзывам в своем видео читал, купил вот этот вал. Подшипники купили, как подшипники тогда выбили, все это посмотрели. И вот что с этим валом. Вот он. Здесь как будто он из сырого металла. То есть все посадочное место забили новый подшипник, он просто проворачивается. Тут явно видно, что он провернут и в нем проворачивался. Так что стоит он, этот вал, 1250 рублей у нас в Твери. Без проблем мы его купили, то есть его купили у дилера в Рамешках, Агроснап, Рамешки. Ездили туда. Так что вот так. Но сейчас я склоняюсь к такому мнению, что данный вот этот вал, он просто
одноразовый. Вот и все. Ладно, завтра покажу процесс работы. Все, пока.